Я лицо официальное. Я всех встречаю одинаково. Цель поездки. Откуда прилетели? Баку. Откуда? Ереван. Тбилиси. Кто-то к нам как домой едет по старой памяти. Ташкент. А кто-то как в гости. Цель поездки туристический. Точно? Красную площадь хочу посмотреть. Добро пожаловать. Мой сын познакомился с какой-то. Сбежал из дома, на мои звонки не отвечает. Повернитесь, пожалуйста. 20 лет. От тебя ни привета, ни ответа. Теперь я должен возиться с твоим сыном, да? Он и твой сын тоже. Мой сын? Вчера футбол смотрел. Наши опять слили. Как можно не попасть мячом с 2 метра в 7-метровую ворону? Я же вижу, вы меня узнали. Куда направляетесь? В США. А, решили в американский футбол перебраться. Там ворота побольше, сложно в них не попасть даже вам. Потом там шлем дают. Можно глаза прятать от болельщиков. Верните паспорт, мне на рейс бежать нужно. Вот, на рейс вы бегаете, а по полю выходите. Да чем? Я того не пойму. Ты человек всех в офис ставишь? Вид красивый. У тебя, по-моему, тачка красивая. И кошелек толстый. Вот это вот женщинам интересно. Класс! Вон тебе, блондинка моя. Девочки! А что вы приехали? С Казахстана, из Алматы. Вот и познакомились. А я 23 года мог бы его сейчас уже напутствовать, прививать любовь. Прости, ты это сейчас тост говоришь? Танцую. А теперь смотри. Ничего не бойся. Помогите! Вас любят, вас верят. Какая радость, если вы хотя бы что-то выиграете. Мы потом плачем всю ночь. Потом бухаем всю ночь. Международная комедия «Без границ» в кино с 22 октября. А ноги вы его видели? Шрамы на колени. Что, его голые ноги видели? Пришлось.